Puedo dar razón de mi ausencia. Mi sangre trae desdicha para ti. Emma Rabe, Roberta Mateos, Roberta Moll, Даниэль Луго и другие в фильме «Королева сердец». Авторы сценария – Умберто Кико Оливьери, Марко Тулио Сокорро. Композитор Франциско Кабрухас. Оператор Игнасио Гонсалес Хуан Гонсалес. Продюсер Эрнандо Фария. Режиссер Тони Родригес. Давай поговорим, Матила, мы все можем уладить. Мне не о чем с тобой говорить. Мне и так все ясно. Сколько раз мне хотелось избавиться от тебя, чтобы стать самим собой. Но тебе всегда удавалось испортить мне жизнь и разрушить мое счастье. Даже тогда, когда я решил измениться и благодаря своей семье обрел истину и даже прощение Господа за то, что был твоим сообщником в убийстве родных Марлене Парис. Но все это в прошлом. Нет. Само твое существование помешало мне стать счастливым человеком. Понятно? Если ты хочешь убить меня, посмотри мне в глаза, раз уж ты такой храбрец. Ты олицетворяешь все дурное в моей жизни. И только так я могу избавиться от него. Поэтому помолись, если помнишь хоть одну молитву. Потому что на этот раз тебе на самом деле конец. Я не позволю, чтобы ты лишил меня последнего, что осталось у меня. Моего сына Федерико. Меня больше всего беспокоит Адилло. Я даже думать боюсь, каково ему будет, когда он узнает, что ты ухаживаешь за Рамиро Вегасом. Ты понимаешь? Да. Донья Вертудес, Федерико. В чем дело? Что это с тобой? Говори, Гандика, что случилось? Дон Адилло сбежал. Он явился сюда, и он вооружен. Что? Он убьет его. Боже мой. Подожди, Федерико. Папа. Святая Варвара. Уходите отсюда. Уходите. Папа, прошу тебя, не делай этого. Я должен это сделать, сынок. Либо я, либо он. Не надо, папа. Опусти пистолет. Ты же не убийца. Ты ничего не знаешь, сынок. Ты не знаешь, сколько плохого уйдет в могилу вместе с этим подонком. Папа, он же ранен. Ты поступаешь как трус. Неужели ты защищаешь его? Нет, я защищаю не его, а тебя. Не делай этого, папа. Дай мне пистолет. Прошу тебя. Не подходи к нему, Федерико. Нет. Папа, не делай этого. Прошу тебя. Либо он, папа, либо я. Ты не понимаешь? Ты заодно с ним. Ты мой сын. Папа, которому я посвятил свою жизнь. Я делаю это не ради него, папа, а ради тебя. Я не хочу, чтобы ты усугубил свое положение. Отдай мне пистолет. Прошу тебя. Папа. Быстрее, хватай его. Полегче, Гандика, прошу тебя. Папа, оставь меня, Федерико. Ты мне не сын и никогда им не был. У меня ничего не осталось. Не говори так, папа. Не называй меня так. У меня ничего не осталось. Пойдем, Гандика.
Адилла. Молодец, парень. Просто молодец. Я твой должник. Что сказал врач? Что нет необходимости держать ее в больнице. Ей наложили повязки на запястье. Ей уже ничего не угрожает. Теперь дело за ее психическим состоянием. Он дал ей успокоительное, чтобы она спала. Отлично. Я очень рад. Спасибо. Знаешь, Сантьяго, я смотрел на твою фотографию и вспомнил лицо Фульхенсио Круса. Я никогда не знал его, но навел о нем справки. У меня есть его фотографии. Ты очень на него похож, да? Надеюсь, ты не наследовал от него многое другое. Например, Херман. Его непостоянство, отношение к детям. Ведь ни тебе, ни мне он не дал своего имени. Меня он никогда не бросал. Я любил его и восхищался им. Я могу сказать, что у меня был отец. В этом я тебе завидую. Для меня Фульхенсио Крус был мифической личностью. Моя мать рассказывала, что у него было одно странное качество. Своеобразный магический дар. Да? Да. Он умел находить нефть. Ему достаточно было остановиться, чтобы почувствовать ее своим телом. Он рассказывал моей матери, что его тело начинало вибрировать, а потом вдруг у него возникало ощущение, что под его ногами несется огромная бурная река. С тобой случалось нечто подобное здесь, в Соломоне? Нет. Жаль, что никто из нас не унаследовал этот дар. Представляешь, как бы это было здорово. Ладно, я пойду. Я отдам тебе все, что должен, Херман. Можешь не торопиться. Знаешь, Сантьяго, мне жаль, что мы познакомились при подобных обстоятельствах. Почему? В конце концов, ты ведь выиграл. Ты получил все, так? Ты имеешь в виду и Марлена? Да, и Марлена тоже. Странно, что ты сидишь и пьешь одна. А где Фуэте? У тебя ведь был с ним роман? Да. Но Фуэта уехал. Уехал? И куда? Покорять мир. Весь год он будет на гастролях на западе страны. Он побывает в Колумбии и, возможно, запишет диск. Вот хорошо. А почему ты с ним не поехала? Опять разъезды, переезды. Наверное, я уже устала от этого. Здесь, в Соломоне, у меня есть свое дело, друзья. Мне это дает ощущение стабильности. Быть может, ты его просто разлюбила? Возможно. Но я хочу задать тебе тот же вопрос. Ты тоже разлюбила Сантьяго? И поэтому вышла замуж за Хермана Адуэсу? Сантьяго уже ничего не значит в твоей жизни. Это ты из-за Марлены пытаешься доказать, что можешь добиться того же, что и я? Я на это не претендую, Херман. А кто из нас лучше, это очень скоро покажет дела, а не слова. Не теряй на это времени, Сантьяго. Ты сколотил состояние, разорив других людей. И теперь ты веришь, что Марлена на самом деле тебя любит? Ты думаешь, что можешь купить ее деньгами и роскошью? Я дал Марлене то, чего ты никогда не мог ей дать. Большую безграничную любовь, уверенность в завтрашнем дне и уважение. Что дал ей ты, о чем нельзя забыть? Я открыл ей, что такое счастье, и помог стать настоящей женщиной, Херман. Бесполезно пытаться вернуть ее. Я не пытаюсь ее вернуть. Она ненавидела меня, потому что считала сыном человека, который зверски убил ее семью. Потом она поняла, что это неправда, что она была несправедлива. А вот твоя сестра, Луиса Елена, причинила Марлене непоправимое зло, буквально уничтожила ее. Но рано или поздно Марлена поймет,
что ты такой же или даже хуже Луиса Елены. Мне пришлось выбирать между двумя совершенно разными и несовместимыми судьбами. С одной стороны, покой и тихая, спокойная любовь Германа. А с другой стороны, страстная и безумная любовь, которую я испытывала к Сантьяго. Я выбрала Германа. Ты выбрала? Неужели это можно решить так хладнокровно? Я решила. И не раскаиваюсь. Я очень счастлива с Германом. И обрела покой. Я не жалею. А твое сердце? Оно тоже обрело покой? Нет. Конечно, нет. Откуда ты знаешь? Я тебя знаю. И пусть ты изменилась, пусть ты можешь обмануть всех, но себя не обманешь. Ты не забыла, Сантьяго. Ты по-прежнему его любишь. Это неправда. Тогда я беру свои слова назад. Я признаю, что ты можешь обмануть и себя тоже. Нам больше не о чем разговаривать. Я уже заплатила за вино. Ладно, пока, папа. Пока. Пока. Пока, дорогая. Будь осторожна, хорошо? Да. Спокойно. Твоя дочь настоящий ураган. Честно говоря, я не ожидал такого. Она всегда была такая робкая, сдержанная. Дети растут. Они становятся личностями и преподносят нам сюрпризы. Вот сюрприз так сюрприз. Кстати, дорогой, я вчера вернулась поздно и не захотела тебя будить. Чем закончился разговор с Сантьяго? Сантьяго, конечно, горд и упрям, но речь шла о жизни его жены. И на чем вы сошлись? Он согласился, хотя и без особого желания, чтобы я вызвал Миссалини врача. Знаешь... Сантьяго видит во мне соперника, он хочет соперничать со мной во всем. Он одержим этой идеей, так что будь с ним осторожен. Нет, у Сантьяго множество недостатков, но он не способен причинить зло женщине. Марлена, здесь слишком многое поставлено на карту. Ты стоишь во главе компании, Сантьяго не остановится ни перед чем. Он не успокоится, пока не добьется цели и не вернет свое состояние. Для меня Фульхенсио Крус был мифической личностью. Моя мать рассказывала, что у него было одно странное качество — своеобразный магический дар. Он умел находить нефть. Ему достаточно было остановиться, чтобы почувствовать ее своим телом. Он рассказывал моей матери, что его тело начинало вибрировать, а потом вдруг у него возникало ощущение, что под его ногами несется огромная бурная река. Здравствуйте.
Добрый день. Привет, печальный рыцарь. Привет, Даяна, как дела? Держи. Сеньор, одолжите мне велосипед на минутку. Ну, пожалуйста. Я хочу прогуляться по городу. Не волнуйтесь, я верну его вам в целости и сохранности. Даяна! Даяна! Тетрадь выпала! Даяна! Вот сумасшедшая! Адилу, дорогой, сделай над собой усилие. Постарайся понять мальчика. Сначала он узнает, что Рамиро Вегас его отец. Потом его бросает Хульета. А теперь еще и его родная мать откалывает такой номер и исчезает неизвестно куда. Это тебе не шутка? Это же не моя вина. Почему я должен за это расплачиваться? Адилу, парень совсем сбит с толку. Послушай меня. Знаешь, что я думаю? Иди сюда. Федерико сблизился с Рамиро, потому что чувствует себя бесприютным. Он ищет берег, к которому можно прибиться. Знаешь, каково ему сейчас? Он точно лодочка, оказавшаяся в открытом море и отданная на волю волн. Пойми его, ему тяжело. Он в растерянности. Я так не думаю, Вертудес. Федерико ненавидел Рамиро Вегаса. Этот подонок что-то сказал ему. Что такого этот грязный тип мог наплести ему, что парень стал его сиделкой? Это решение принял сам Федерико. Нет, я ни за что в это не поверю. Этот подонок что-то наплел ему. Моего мальчика испортили, Вертудес. А если еще не испортили, то сделают это, потому что ни один человек не сможет остаться чистым рядом с Рамиро Вегасом. Никто. Этот подлец развратит моего сына. А я не смогу этому помешать. Похоже, вы застряли здесь надолго. Да, придется мне здесь полежать. Три ранения — это тебе не грипп. Что делать? Можете быть спокойны, потому что я занимаюсь всеми делами в мэрии. Не беспокойтесь. Вот поэтому я и позвал тебя. Я решил освободить тебя от этой обязанности и лично заняться всеми делами. Ты больше не исполняющий обязанности мэра. Вы не сможете это сделать в таком состоянии? А вот что, Матуте, я не буду повторять дважды. Федерико Сантос станет моей правой рукой в мэрии. Я буду давать ему все инструкции, а он будет передавать их мэрии. Тебе придется выполнять все указания парня Матуте. Таков мой приказ. Тебе ясно? Сын Адилу Сантоса станет сотрудником мэрии? Матуте. Неужели мне придется отчитываться перед Федерико Сантосом? Матуте, мне что, снять капельницу, встать и дать тебе хорошего пинка? Нет, просто мне не нравится, что Федерико Сантос будет иметь надо мной власть. Я так решил. А ты делай, что я говорю. Я хочу, чтобы Федерико учился руководить. Все. Твое время на вопросы истекло. Тебе ясно? Ясно? Да. Вот сумасшедшая.
Эта девчонка просто сумасшедшая. О, Боже. Господи, да что же это такое? Какая несправедливость, Господи. Даяна умирает. Доброе утро. Доброе утро. Как я рад, что ты уже проснулась. Как ты себя чувствуешь? Я выспалась. Такое чувство, что все это произошло в другой жизни. Дайте, я ее покормлю. Конечно. Но зачем, Сантьяго? Нет, любовь моя, не упрямься. Открой рот. А я хотел спросить у тебя одну вещь. Кому принадлежит земля рядом с Канука по дороге к Лимонной роще? Там, где кустарники? Моим родителям. Правда? Я возьму ее у них в аренду, мисс Алина. Зачем? Там же ничего не растет. В этой земле есть нефть, очень много нефти. Наконец-то я понял, какое наследство оставил мне отец, мисс Алина. Оно гораздо больше, чем я думал. О чем ты, Сантьяго? Мисс Алина, я умею находить нефть. Сегодня я обнаружил новое месторождение. Марлен и Херман не представляют, что их ожидает. Королева сердец. Господи, как же это несправедливо. Даяна совсем еще ребенок, она только начинает жить. Она умирает и знает об этом. Тогда почему она такая веселая? Осторожно! Матерь Божья, спаси меня от этой сумасшедшей! Ты не ушиблась, детка? Вот неприятность. Рада познакомиться, Даяна Андуэса. Ты же могла убиться. Тебе просто повезло. Наверное, мне еще рано на небо. Вы согласны, сеньора? Сокорро. Сокорро Тринкадо. Вас зовут Сокорро? Меня так называют, но звать никуда не зовут. Понятно. Можно воды, а то пить хочется. Конечно, пей на здоровье. Спасибо. Откуда же ты все-таки взялась, детка? Похоже, ты на карнавал собралась. Жизнь — это вечный карнавал, где все меняют маски. Сразу видно, ты любишь радости жизни. Надо наслаждаться жизнью каждый день, каждый час, каждый миг. Радоваться каждому рассвету, каждой слезе. Как хорошо ты говоришь. Такая молодая и уже такая мудрая. Вы дали мне попить, а я взамен предлагаю вам свою помощь. Можно? Постой, ты что, разбираешься в моторах, конденсаторах, тормозах? Или ты умеешь менять покрышки? Всему можно научиться. Молодец, мы с тобой поладим. Поди-ка сюда. Сантьяго, тебе не кажется, что если бы там была нефть, об этом бы уже все знали? Там есть нефть, мисс Алина, я это почувствовал. Там должно быть очень много нефти. Как ты мог почувствовать нефть? Поверь мне, любимая. Я вышел прогуляться по окрестностям Соломона, и когда я подошел к этой земле, вокруг все было тихо, спокойно. И вдруг подул ветер. Он становился все сильнее и сильнее. Я почувствовал, как земля закачалась у меня под ногами.
как будто что-то рвалось изнутри наружу. Брось, Сантьяго. Поверь мне, мисс Алина, я почувствовал это. Почувствовал всем своим телом. И лишь одно слово приходило мне на ум. Нефть. Нефть. Сантьяго, может, тебе все это привиделось? Нет, любимая. Мой отец обладал даром находить нефть. Он чувствовал ее своим телом, мисс Алина. Когда он проходил вблизи месторождения, он уже знал, что там есть нефть. И Спириту Санто тоже рассказывал мне об этом, но я ему не поверил. Я унаследовал это от отца. Это дар, мисс Алина. Даже не знаю, что и подумать. Быть может, это все выдумки Спириту Санто? Нет, дорогая, потому что Херман слышал то же самое, только от другого человека. Это правда, мисс Алина, я уверен в этом. Уверяю тебя, в этой земле много нефти, очень много. Я сейчас же пойду к твоей матери и договорюсь с ней обо всем. Здравствуй, Сантьяго, как дела? Как мисс Алина? Спасибо, Сойла. Сегодня ей гораздо лучше. Слава Господу и Богоматери, покровительница Соломона. У тебя ко мне дело? Подождете 5 минут, хорошо? У меня серьезный разговор. Тогда подожди, потому что мне предложили такую сделку. Ты даже не представляешь, Сантьяго. Какую сделку? Ты знаешь, что у меня есть земля прямо за Кануко? Да, знаю. Эта земля никогда ни на что не была годна, потому что там сплошные камни и ничего не растет. Так вот, у меня появились покупатели, которые сошли с ума и готовы заплатить за этот пустырь миллионы. Представляешь, Сантьяго? Миллионы! Что? Тише. Сеньора, которая мне это предложила, сейчас здесь. Кто это сеньора, Сойла? Это... Ну как, вы согласны? Добрый день, Орос. Здравствуй, Катя. Здравствуй. Проходи, пожалуйста. Спасибо. Марлена дома? По-моему, нет. Я только что вошел. Я видела, ты ехал верхом. Да. Выпьешь что-нибудь? Нет, спасибо. Я хотела поговорить с Марленой. Мы виделись с ней вчера вечером. Я разговаривала с ней очень грубо и хотела извиниться. Ты не знаешь, где она? Думаю, ведет переговоры о покупке земли. Боже. Что с тобой? Нет ничего. Просто мне трудно представить Марлену в качестве деловой женщины, которая заключает сделки и все такое. Садись. Спасибо. Представь, у нее это отлично получается. Не сомневаюсь. Марлена очень толковая и сообразительная. Я планирую дела, а она их осуществляет. Например, я ищу подходящие площади для нефтяных разработок, а она их приобретает. Вы отличная пара. Да, мы прекрасно друг друга дополняем. У Марлены врожденный деловой нюх. А у тебя? Я унаследовал от отца как бы шестое чувство, своеобразный магический дар. Как это? Ты знаешь, что такое жезлогадатель? Кто? Человек, который находит вещи при помощи палочки. Из тех, что умеют находить воду под землей? Что-то в этом роде. Только я умею находить не воду, а нефть. Скажи, Сантьяго, зачем тебе эта земля? Там ведь даже репейник не растет. Мне они нужны не для посева, Сойла. И сеньоре, я полагаю, тоже. Я прав, сеньор Андуэса? Думаю, меня они интересуют по той же причине, что и вас. А что это за причина? Я потом все объясню, Сойла. Только не совершайте пока никакой сделки. Ну что такого в этой земле? Ради бога, Сойла, сделайте, как я прошу. Сантьяго, как я могу упустить такую сделку? К тому же у тебя нет ни гроша, чтобы купить у меня эту землю. Эта сеньора предлагает огромную сумму. По крайней мере,
Не давайте пока своего согласия. Эта земля никогда не упадет в цене. В ней есть нефть, Сойло. Нефть? Какая нефть может быть на этом пустыре? Тогда почему эта сеньора предлагает за нее такие деньги? Эта земля нужна мне. Так вы согласны? Или нет? Не то чтобы я передумала, сеньора, просто я уже передала земли в агентство по недвижимости, чтобы оно продало их на аукционе. Кто заплатит больше, тот и получит их. Так что я сейчас ничего не могу сказать. Очень хорошо. Я буду ждать аукциона. Всего хорошего. Опять ты встаешь у меня на пути. Удачи тебе. Не смотри на меня так, я пока еще ничего не продала. Поймите, никто не сможет соперничать на аукционе с корпорацией Эндуэса. О том и речь. Пусть они заплатят побольше. Но эта земля нужна мне. А у тебя есть деньги на ее покупку? Нет. Тогда пусть они хоть раскошелятся. Для чего, по-твоему, мне нужны эти деньги? Чтобы помочь вам с мисс Алиной. Я благодарен вам от всего сердца, Сойло, но мне нужна земля. Я не знаю, как и где я раздобуду эти деньги, но я не уступлю ее им. Не уступлю. Дорогой Федерико. Нет, мне так не нравится. Дорогой и незабвенный мой брат. Знаю, ты спрашиваешь себя, почему и куда я исчезла. Я решила уехать в Каракас, потому что моя жизнь в Соломоне стала просто невыносимой. Твоя ссора с отцом, все, что произошло между нами, все это вынудило меня уехать. Думаю, так будет лучше для нас обоих, Феда. И, возможно, нам будет легче забыть друг друга, если мы не будем видеться. Я собираюсь поступить в университет и получить образование. Так что мои мысли будут все время чем-то заняты. А когда я закончу учебу, у меня уже будет другая жизнь. Здоровье мое в порядке. Надеюсь, так будет и дальше. Ты знаешь, что я ненавижу болеть и боюсь врачей как огня. Надеюсь, мне долго не придется обращаться к ним. На этом я прощаюсь. Посылаю тебе мой адрес, чтобы ты писал мне. Пусть это будет единственная ниточка между нами, пока я здесь. До свидания, Феде. С любовью, твоя сестра. Не будь дураком, Федерико. Многие отдали бы все, чтобы хоть на минуту оказаться у власти, а ты относишься к ней с пренебрежением. Алчность и жажда власти — вот что довело тебя до такого состояния, Рамиро Вегас. Я не хочу закончить так же, как и ты. Все дело в том, что ты не мужчина. А Дило воспитал из тебя слабака. Не смей говорить плохо о моем отце, понял? О каком еще отце? Твой отец я. Поэтому ты мне и нужен в мэрии. Мне нужен мой сын. Но меня не интересует ни мэрия, ни политика, ни твоя партия. Понятно? Можешь не рассчитывать на меня, забудь обо мне. Я помогаю тебе исключительно из гуманных соображений. Но больше ни о чем меня не проси. Нет, буду просить, и хватит тебе упрямиться. Чего ты хочешь? Чтобы Соломон оставался в руках этого пса Матуты, который ничего не соображает? Забудь об этом. Не знаю, что теперь делать, потому что все мои подчиненные уже получили указание выполнять твои инструкции.
Они будут слушаться только тебя. Начиная от Хертрудис и Матута и кончая Гандикой и всем полицейским составом. Гандикой? Да, Гандикой и всеми остальными. Я знаю, у тебя есть дар руководителя, сынок. Ты способен управлять людьми. Кто лучше тебя сможет руководить мэрией? Значит, весь персонал должен выполнять все мои указания. Именно так. Ну, что скажешь? Привет. Поговорил с мамой? Почему ты встала, мисс Алина? Мне уже надоело лежать, Сантьяго. Ты прекрасно знаешь, что я женщина сильная. Хорошо, только ничего не делай, хорошо? Что это с тобой? Ничего. Я был у твоей матери. Знаешь, кто хочет купить эту землю? Корпорация Андуэса. Что? Серьезно? Теперь ты мне веришь, мисс Алина? В этой земле полно нефти. Землю выставят на аукцион, и корпорация Андуэса хочет приобрести ее. Но эта земля принадлежит моим родителям. Деньги-то останутся у них. Мисс Алина, я хочу получить эту землю. Я не допущу, чтобы эти люди завладели всеми месторождениями Соломона. Опять ты за свое. Что ты можешь поделать? Не знаю. Но если они и получат землю, я сделаю так, чтобы они заплатили за нее как можно дороже. Каким образом? Какую цену можешь предложить ты? Ведь они прекрасно знают, что у тебя денег нет. Значит, мне придется продать душу дьяволу. Мисс Алина, я этого так не оставлю. Кстати, я знаю, к кому я обращусь за помощью. Открой камеру, Гандика. Что это значит? Что ты здесь делаешь? Я пришел освободить тебя, папа. Не называй меня так. Кто отдал приказ? Не беспокойся об этом, папа. Самое главное сейчас, ты свободен. Более того, Рамиро Вегас не будет подавать на тебя в суд. Гандика, пусть ему вернут все личные вещи, когда он будет уходить. Хорошо, сеньор. Постой. С какой стати ты отдаешь ему приказания? Что здесь происходит? Ничего не происходит, папа. Это я отдал приказ о твоем освобождении. Как исполняющий обязанности мэра Соломона Дель Посса. Нет, сеньора Саломе Сантос не звонила. Внимательно выслушайте, что я вам скажу, Хертрудис. Если она позвонит, спросите у нее номер счета, куда можно перевести деньги. Я надеюсь, вы понимаете, что это строго конфиденциально. Конечно, господин мэр. И еще. Если она спросит о моем состоянии, скажите, что мне значительно лучше. Пусть она остается на месте и пришлет мне адрес. Это все. Можете идти и заберите все это. Хорошо. Поправляйтесь, господин мэр. До свидания. Черт возьми, Порос. Сколько лет, сколько зим. Это не визит вежливости, Рамиро. Да. Если мне не изменяет память, вы предлагали мне всяческую помощь, если я выступлю против этих Андуэса. Это правда. Обещание остается в силе. Так вот, Рамиро, этот момент настал. Сара Андуэса хочет купить землю, в которой есть нефть. Много нефти. Эта земля будет выставлена на аукцион. И я хочу обойти их на аукционе. Мне они нужны не для посева, и сеньоре, я полагаю, тоже. Я прав, сеньор Андуэса? Ты? Здравствуй, заловка.
Что ты здесь делаешь? Ты думала, что одолела меня? Но я вернулась, Марлене, чтобы разрушить твою жизнь. Тебе мало того, что ты упрятала меня в сумасшедший дом? По сравнению с тем, что я задумала сейчас, тебе это покажется пустяком. И ты вернешь мне все, чего лишила. Луис, Елена, по твоей вине я тоже причинила многим зло. Если я не уничтожила тебя, когда у меня была такая возможность, то только из уважения к Херману. Потому что ты его сестра. Но на этот раз я не проявлю снисхождения. Да? И что же ты собираешься делать? То, что я давно уже должна была сделать. Дура. Теперь уж я точно покончу с тобой. Фильм озвучен телекомпанией НТВ Плюс по заказу телесети ТНТ. Режиссер Наталья Пиунова. Звукорежиссер Сергей Панов. Перевод Татьяны Манаенковой. Текст читали Любовь Германова, Александр Дик и Александр Белый. La fuerza.